Quoi, t'as juste fait du caillou, là, pas du 12. Прямой репортаж с места событий, что мы там нам удалось добыть крупный план, голубой сыр в малых количествах, 3 бутерброда с немножко уже портящимся авокадо, немного потемневшим, гречка с мясом, луком и любовью. Это соучастник мой. Теперь я могу спокойно смотреть, Дурнев кушает. Еще сок у меня есть. Хочется, что я кто-то анализы сдал у меня здесь. Моча здорового человека, мочокурильщик. Нам принесли еду в постель. Мы не просили, нам принесли. Что это вообще? Чувствуете котлетки какие-то? Что это? Что, острое, возможно? Острое, скорее всего. Тебя Андрей ждет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 котлеток с острым соусом. Не, он не остро. Это не остро. Дус написано. Это для меня, это для Андрюхи. Ну, мы в шоке, потому что нам заходят. Нам убрали посуду грязную, потому что она сейчас будет посудомоечную использовать. И принесли еду. Да. Мамы, они везде мамы. What's up, bro? Not much. Bro? Смотрит теорию большого взрыва на английском. Лена насыпает мороженое и пытается защититься от запаха андуета, который до сих пор еще стоит на кухне. Хотели делать блинчики, но она...
запахи делать зимой. Решила, что не будет. Не завоняется. В общем, история. Я мыла чашку. От чашки отвалилась ручка, упала на тарелку. Тарелка вот разбилась. И у меня уже минут, наверное, 15 течет кровь с пальца. Это капец какой-то. Вся порезалась, как жопа какая-то. Два часа ночи. И что бы я могла делать? Конечно же, собирать чемоданы. Короче, сегодня среда. В субботу или воскресенье мы будем переезжать временно на пару дней в другую квартиру. В Анже, а уже на следующей неделе, получается, мы должны быть в другом городе. И поэтому лучше уже начинать собирать чемоданы, потому что потом просто будет какой-то апокалипсис. И надо уже делать это все постепенно, чтобы потом просто не сойти с ума. Андрей, пока я собираю чемоданы, спит внизу, чтобы я ему не мешала. Потому что днем я этим заниматься не могла. У меня не было вообще совершенно энергии, я зевала. Короче, суть такая. Андрей предложил. У нас раз, два, три чемодана есть. Есть одна сумка, вторая сумка, плюс гитара, плюс ракетки для бадминтона. И Андрей предложил собрать один чемодан точно, который мы, например... Чемодан может быть и сумку, которую мы не будем брать, потому что мы уезжаем с Анже на 6 месяцев. То есть не на год, как оказалось, а на 6 месяцев, потом обратно возвращаемся в Анже. И поэтому, чтобы все вот это не тащить, всю эту гору вещей, нужно решить, какими мы вещами не будем пользоваться полгода. И все бы ничего, но мы попадаем как раз на зиму, на весну и на лето. И нужно просто решить, какой вещью я не буду пользоваться, какая мне надоела, понимаете ли, блин, это сложно. И вообще, я не знаю, поместятся ли у нас вообще все вещи, если что, будем отдавать все на благотворительность. Капец, просто сложно, чтобы вы понимали, что вот это просто пакеты, например. Которые, а вдруг пригодятся. Короче, даже во Франции у нас есть пакет с пакетами. И не только у нас, они тоже есть. Фух, удачи. Сейчас 2 ночи. Удачи мне. Ваши комментарии. Каково это было спать внизу на диване? Я помню, спал. Я сильно шумела. Один раз, я помню, больше засну. Будем еще раз такое практиковать? Да мне пофиг. Идеальный муж, правда. Ему пофиг на все, а не только на это. Он какой сладенький изюм. Боже. Крошечка. Всего лишь почти 5 вечера. Там делают ремонт. Покажи открытки, которые мы отправлять будем сегодня. Ты настолько не хочешь монтировать видео, что оно будет через год, что ли? Ну, подсокать это идет месяц. Да, месяц. Да, мне месяц открытка шла с Германии. Тогда это вырезается все. Ну, мы потом когда-то вставим, на всякий случай. Короче, Андрей купил открытки. У нас идея эта пришла, я не помню, тебе пришла идея. Вот. Андрей еще ее сам купил, сам воплотил. Вот, поэтому вот такая открыточка отправляется кому? Моим родителям. Вот такая открыточка отправляется кому? Юле. И вот такая открыточка отправляется. Упс. Ой, магия. Родителям Андрея. Вот, у нас там еще одна в запасе есть. Мы решили просто как-то порадовать и маленькую частичку себя подарить вам. Дистанционно. Без понятия, сколько это будет стоить, это все отправить. И сколько оно будет идти. А еще я покажу плоды своих вчерашних сборов. Вот. Короче, этот чемодан. Еще дофига можно вещей каких-то поместить. В общем, этот чемодан мы не берем. А вот этот уже под завязку. Вот. Я каждый раз я смотрю и думаю, блин, неужели я столько вещей ношу? Зачем оно мне так много нужно, чтобы это все таскать? А это я еще не решила, как что с ним делать. Ну вот эта пупа после нашей прогулки поможет мне. Пришли новые сообщения. В общем.
общем, чтобы привлечь этого человека, чтобы он помогал наконец-то мне собирать чемоданы эти сраные. У нас есть две бумажки. Не берем и берем. Сейчас я буду показывать ему вещи, его и свои. И он будет поднимать бумажки. Дай бог, он сможет. Блин, я сейчас реально закрою эту игру. Сейчас 10 вечера. С часу дня я его уговариваю насчет того, чтобы собирать чемоданы. Нам переезжать послезавтра. Куда? К Пьеру. Говорю этому Бобе, говорю, вот тут тетрадки. Скажи, пожалуйста, можно ли туда вот этот чемодан, туда их поместить? Он открыл чемодан, посмотрел, закрыл и смотрит на меня. Так что? Сейчас сходим с ума. Он перебирает бумажки, еще жалуется, как ему тяжело. Лера, которая складывает 3 чемодана, сумки, гитары и так далее. Это ужас. Еще решаем, что они отдать, что выбросить, что берем, что не берем. Укомплектовываем. Этот с ума сходит, просто втыкает. Все. Все, что смогла, я сложила. Итоги. Вот такой пакет бумаг от Макдональдса. Полный мусор разных каких-то штук. Дальше. Из этого это мы не берем, это не наше. Вот это не наше, а это Андрей оставляет здесь. Посмотрите, сколько учебников. И Андрей все это покупал. Мой только один, это бесплатный. Вот ручки, антисептик тоже мы все это оставляем. Это мы берем. Это мы тоже берем. Это я предложу, если что-то они. Ну, либо положу в чемодан, который мы оставим в Анже. Свечку тоже мы не берем, а это мы потом выкинем. Не буду это сказать, с пустым стаканом. Я шо, лох. Потом у нас один чемодан выходит. Он закрывается, все нормально. И маленькое укулеле. Далее. Второй чемодан. Тоже все нормально закрывается. Все без каких-либо проблем. Все нормально. Здесь я оставила место, чтобы положить кеды и кроссовки. Все отлично вместилось. Потом мы берем 2 рюкзака. Там будут ноутбуки, планшеты. Один уже ноутбук лежит. Ну и вот вещи, в которых мы поедем. Вот пакет для того, чтобы положить обувь. Сейчас пихну пока. Вот. Видите, там все шкафы уже освободились. Уже там, ну, там ничего нету. Все поосвобождало. Это мы оставляем у Ани. Огромнейший чемодан. Я, получается, раздвинула все эти расширители полностью. Полностью забит. Там вообще даже места нет. Вот такую сумку мы оставляем вещей. И гитару. Все это нас будет ждать 6 месяцев. Не знаю, либо в гараже, либо в квартире Пьера. Вот. А еще у нас очень смешные перчатки висят. Это современное искусство. Фух, заняло это, конечно, дофига времени. И даже Андрей принимал участие, что немаловажно. Он иногда показывал бумажечки. Иногда бумажечки даже разбирал. Ну, провода решил, какие взять. Молодец. Помощник. Вот. Что у нас осталось? У нас осталось зубные щетки в ванной. Остались какие-то специи. Там картофелечистка на кухне, ну такое вообще по мелочи. Ну и вот эти вот вещи, я думаю, тоже мы как-то пораспихаем все по чемоданам и в свободные места. Плюс, когда мы будем уезжать через 6 месяцев обратно в Анже, у нас не будет, например, вот этой вот штуки огромной, большая. Потому что тут, например, лежат разные гели для душа, шампуни, которые у нас пооставались, я вообще без понятия. Мы, кажется, покупали каждый раз новые гели для душа, потому что не хотели таскать это все в новый город, типа в Андрезьё и так далее. У нас все в Анже лежало, целая гора накопилась. Поэтому этой штуки не будет. Плюс какие-то средства уберутся отсюда тоже, дай бог. Будет что-то поменьше. Возможно, мы какую-то одежду сносим, выкинем тоже. Поэтому поедем более налегке. Дай бог, Лера не накупит кучу одежды снова. Не накупит, Андрей будет контролировать меня. Да, Андрей?
Он сказал, что я потом пошикую. Приеду в Николаев, ой, ну пошикую, ой, буду все покупать. А теперь смотрите, смотрите. Даже не верится, что уже, считай, завтра мы будем уезжать с этой комнаты. Андрей прожил здесь почти полтора года. Полтора? Нет, ладно. Больше года, я год. Или полтора, да, Андрей полтора прожил. А я год. Даже не верится. Я на памяти запечатлю себе. Вот. Прикольно. Уютная комнатка была очень сильно. А еще у нее был свой какой-то родной запах у этой комнаты. А там есть такая штука какая-то. До сих пор не знаю, что это, которая все время мигает. Может, стройка какая-то. Сейчас. Вот. Надо вспышка у меня. Блин, это. И как ни день, я тебя сниму, ты тупо на одном месте. Или со своими сраными чемоданами. Это мои чемоданы. Это тут вещи лежат. Сложились, ё-моё. Сложились. Все, завтра уезжаем от Седова к Пьеру. Квартиру мы не нашли, у нас до сих пор нет жилья. Мы бомжи. Что ж, вот это мы оставляем в Анже. Штаны потом я впихну. Может, еще Андрей в них захочет походить дома. Этот чемодан мы берем. Дай бог, сюда влезет обувь. Должны вместиться мои кроссовки. Две пары. И Андрея какие-то одни возьмем. Вот. Потом у нас появился внеплановый шопер с едой, которую мы съедим. Потому что мы еще у Пьера будем жить. Если что-то будет, то оставаться-то мы уже оставим. Не будем брать чемодан. С собой берем. Вообще, ну все просто забито подчистую. Тут свободного места вообще нет. Просто все. Все абсолютно. Можно и базилик найти. И ложки-поварешки всякие. Потом. Потом у нас будет сумка в сумке. Вот ноутбук Андрея. Он будет в рюкзаке. Рюкзак будет на плечах этого прекрасного мужчины. Вот. Потом мой рюкзак. И обязательно укулили. Ты мужчина? Классный. Я выпила уже 150-й чай. Так странно, когда все пусто. Короче, мы завтра планируем с утра переезжать до обеда. Они еще не знают, что мы решили, что мы будем с утра переезжать. Вот. Полосяй, домик. Полосяй. Полосяй, и нас не забывай. Кстати, вот эта вот фигня зеленая на завтраке Лера делает. Это авокадо. И соль. С солью. Это потекучий. Мы собирались сегодня переехать, но она сказала, давайте завтра, потому что там не готова квартира. Она каждый день что-то творит. Каждый день она какие-то клеит обои. Каждый день бардак везде. Еще мы со своими переездами. И on avait de, tu te souviens, on avait de l'hydroalcoolique de Coisson. Друг. Room tour нашей квартиры на неделю. Это квартира Пьера. Вот вход. Обязательно закрывается вот этой шторкой, чтобы холод не выходил. Ой, холод, тепло не выходило. Потом это наша временная комната с Андреем. Так,
Мы ничего не раскладывали, потому что зачем? Вот у нас в рюкзаках, только в рюкзаке моем нужные вещи какие-то, и у Андрея в рюкзаке тоже нужные вещи на неделю. Здесь вешалки с одеждой, всякие картины, кровать, ну и наши чемоданы, целая гора. Такая хорошая комнатка, уютно. Потом вот такой коридор, если выходить из комнаты. Здесь туалет. Там они целую экскурсию проводила по каждому шкафу, что где лежит, хотя мы всего лишь на неделю приехали. Вот. Туалет. Потом здесь ванная комната. Вот нашли бы мы такую квартиру на полгода. Было бы классно. Так вообще ничего нет. Вот. Боже, потеряла свет. Дальше проходим. Здесь прекрасный мужчина. Андрей. Как всегда злой. Вот холодильник. В холодильнике у нас очень много продуктов. У нас здесь сок и картошка. Это не наш. Ой, что за прекрасный мужчина? Мед нашел. Мед нашел? Так это... А, Нитиновский? Да. Тоже уютненько. Офигенные стулья. Так удобно вообще. Вот. Андрюха подумал, что ты забрал алкоголь. Выглядит, конечно, как какой-то детский сок. Давай чаек сделаю. В сухомятку ест какие-то булки. Вот. Позабирали мы продукты, потому что там еще неделю жить. Я все-таки решил забрать килограмм спагетти итальянских. То мы думали оставить. А где каша наша, кстати? У нас в пакете. А. Возмущает. То есть кашу ты забрала, а все остальное нет? Овсянку, я думала, мы с утра поедем сегодня. Нет, не лук, ничего. Нет. Какое злое, посмотрите, злое, сидит, жует. Мне очень нравится, что ты можешь готовить и смотреть за людьми. Очень уютно. Тут свой, как мини-дворик. Только для тебя. Получается. Потом выйдешь, посмотри. В окно? Выдержу. Оцените, кто злой, а кто... Я токсичная, не злая. Уютно, очень уютно. И... Я выключу свет. Это нам они поставили, чтобы мы сидели в коридоре. Потом и зал. Освещение там еще какое-то есть, мне лень включать. Уже разложили Нитину кровать. Сюда мы будем приходить к Нитину смотреть телевизор. Да. Вот сюда. Большая кровать для Нитина. Всякие мелочи здесь есть. Даже два велика есть. Я без понятия, где тут свет второй. А вот. Во. Здесь мы будем кушать. Это Аня сказала, что очень дорогой стол с... Парижа она привезла. Ой, у нее все дорогое. Ну как вы видите, какой злой. Не, серьезно, у нее все дорогое. Она... Те хотели выкинуть его, уже, ну, дочка. Угу. Вот, она все забирает домой, все тащит домой. Как типичная мама. И говорит о том, что он дорогой, все. Андрей пытается включить телевизор. Включается. Вот, такие чашки тут, тарелки, еще один столик. Тут тоже можно кушать. Вообще, если обратно сложить диван, то очень уютно. И поубирать кучу лишних мелочей, которые не нужны. Вот. Ну, а там балкон я открывать не буду. Так, покажу. Вот. Можно выйти, потом выносить, например, летом столики и кушать на террасе. Классно, очень круто. Это нитиновские сумки. Не, у него реально много вещей. Слушай, у него как будто даже больше наших. У него не заполнены полностью. Mm. Ну, понятно. Он распихивал по пакетам всякие. Ок. Вот такие вот у нас пироги. Шкафчики всякие тут. Бутиночки. Сейчас будем, наверное, что-то кушать, какие-то чипсы. Смотреть кино. Сейчас примерно 5 вечера. Мы с Андреем приготовили себе самую простую еду буквально за 10 минут. Рис,
Морички добавила немного. Рис с кукурузкой и фасолью. Разными специями. Очень быстро приготовили. Офигенно жить в кухне, где ты готовишь там или моешь посуду, есть окно. Можно даже не гулять, просто смотреть, пока моешь посуду, смотреть, не знаю, на улицу, и ты уже как будто гуляешь. Очень круто. Хочу потом в свою квартиру тоже, чтобы у меня было окно. И в ванной, и в кухне. Очень классно. Вот. Андрюха сидит, играет. Я смотрю сериал. Сидит, тусит там. Блин, ну классно же, когда свой балкон. Круто. Своя терраса. А ты ведьму, ты по телефону разговариваешь? А? Очень занят человек, очень занят. Вообще, да, я презентацию делаю. Вот так выглядит его презентация. Что ты? А, нет, это серьезно? Серьезно, ну, презентацию? Да. Тю! Я думала, игра какая-то или видосик. Это похоже на игру? Да, на видосик. Машина какой-то. Дозировочная. Какой же ты токсичный. Что мне сделай, девочка? Зеленый, черный. Нет. Какао, зеленый, черный, кофе. Не знаю, на свое усмотрение. Воды принесу тебя. Анька, давай. Время заканчивается. Чай. Индийский чай. Грузинский чай. Чай. А у меня в сериале бупсы показывают. Ну, конкурент. Во. Wow. How to cool to play on the big big screen. Вот смотри, у меня постоянно гасит одним футболом кончен. Он больше не использует никаких этих. Я придумаю, как это будет.